В этих условиях наиболее целесообразным вариантом является организация обороны по барьерному рубежу реки Днепр. Русия Херсон вилаятында olan hərbi qüvvələrini Днепр çayının sol sahilinə çəkir, yəni Херсонu tərk edir. Rusiya mətbuatının məlumatına görə bunu Rusiya qoşunlarının Ukraynadakı komandanı general Sergey Suravikin deyib. O bildirib ki, Hersonun müdafiəsini Dnepr çayının sol sahilindən təşkil etmək daha məqsədə uyğundur. Çətin qərardır, lakin bununla biz hərbiçilərimizin həyatını qoruyuruq, deyə Suravikin bildirib. Rusiya Müdafiə Naziri Sergey Shoigu əhalinin və hərbiçilərin həyatının qorunmasının vacibliyini qeyd edib və qoşunların çəkilməsinə göstəriş verib. Qeyd edək ki, işğalçılar Kherson əhalisini də Dnepr çayının sol sahilinə köçürüb. Товарищ министр обороны, всесторонне оценив сложившуюся ситуацию, предлагается занять оборону по левому берегу реки Днепр. Понимая, что это очень непростое решение, в то же время мы сохраним самое главное – жизни наших военнослужащих. Сергей Владимирович, согласен с вашими выводами и предложениями. Охрана жизни и здоровья российских военнослужащих всегда является приоритетом. Мы должны принимать во внимание и угрозу для гражданского населения. Убедитесь, что все желающие из числа гражданского населения смогли выехать. Приступайте к отводу войск и примите все меры, чтобы обеспечить безопасную переброску личного состава, вооружения и техники за реку Днепр.